Всем привет! Ловите большую подборку с 30 крутыми товарами для настоящих мужчин. А также в конце ролика будет небольшой конкурс. Приятного просмотра! И начну я сегодня с комплекта элементов для теплой куртки с электрическим контроллером от Powerbank'а. Многие уже знают или слышали, что есть куртки с подогревом. Вещь очень классная, практичная и в наши зимы многим очень пригодится. Но цена у таких курток не всегда низкая. Но с этим комплектом теплых элементов вы сможете сделать из любой своей куртки инновационную куртку с подогревом. Данный комплект электроэлементов подходит для установки практически для любых курток. Они водонепроницаемые, антискладные, имеют безопасность от высокой температуры, то есть выше чем нужно они не нагреваются и не повредят вашу одежду. Элементы непосредственно устанавливаются в наружных куртках, жилетах и другой одежде для ее утепления. Есть три режима. Высокая температура 45-50 градусов, средняя температура 40-45 и низкая температура 35-40. Работает все от Powerbank'а. Подключили систему в Powerbank, поставили его в карман и пошли работать или гулять. Многофункциональный карманный инструмент. Понравится и пригодится любому мужчине, независимо от возраста и профессии. Сделан он из высокопрочных сплавов, что позволяет вам эксплуатировать его в самых экстремальных условиях и физических нагрузках. Этот мультитул всегда выручит, когда нужно что-то подчинить, а под рукой нет ящика с инструментами. Функционал этого мультитула универсален и достаточно широк, что позволяет применять его для ремонта мелкой бытовой и компьютерной техники, походного снаряжения. Включает в себя такие инструменты. Прямой нож, серейтерный нож, плоская маленькая отвертка, плоскогубцы, кусачки, шило с петлей, ножницы подпружиненные, пила по дереву, открывалка для бутылок, консервный нож, переходник для битодержателя и набор из 11 сменных бит-отверток. Третий крутой товар – это надежный томагавк. Он справится с любыми поставленными на него задачами. Выполнен из стали твердостью 57 роквеллов и обладает облегченной конструкцией. На самом полотне топора есть удобная ручка для переноски инструмента. Томагавк выполнен из цельного куска стали. Рукоять оснащена вставками из удобного, прочного и износостойкого G10. Обух топора выполнен в виде кувалды. На конце рукояти есть монтировка и три вида накидных ключей. А еще в комплекте с топором идет кожаный чехол для удобной и безопасной транспортировки. Спортивные цифровые часы. Удобные, стильные, многофункциональные и качественные электронные мужские часы, которые идеально подойдут для активных людей и любителей спорта. Спортивные водонепроницаемые часы можно носить всегда, а привлекательный дизайн данного аксессуара позволит использовать их практически с любой одеждой. Часы обладают водонепроницаемостью 10 АТМ, поэтому вы без проблем можете в них плавать. Рекомендую не нажимать кнопки под водой для соблюдения герметичности. Для любителей охоты и спорта представляю регулируемый уличный спортивный монокуляр. Данный монокуляр имеет отличные качества оптики и корпуса. Прибор защищен от запотевания оптики из-за резких перепадов температур и повышенной влажности. То есть монокуляр подходит для использования даже под проливным дождем, но погружение в воду нежелательно. Как и большинство подобных, имеют сравнительно небольшой вес, прочный корпус и отлично подойдет для туристов, путешественников, охотников, спортсменов и других людей, которые не сидят на месте. Портативная газовая горелка для газового баллона. Представляет из себя универсальную насадку-горелку на газовый баллон для розжига и обжига металла, резины, пластика и дерева. Горелка создает устойчивое, неподвижное воздействие ветра и дождя пламя. Особенностью данной горелки является удобство и простота использования. Высокая сила пламени, пьезоподжиг и регулировка силы пламени. Достаточно лишь нажать на кнопку и выставить рукояткой нужный напор газа, и горелка готова к работе и выполнению поставленных задач. Точильный станок для заточки ножей, полностью выполнен из металла. Основание точилки можно прикрутить к столешнице болтами или же просто поставить на стол и придерживать его во время работы рукой. Точильный станок собирается из нескольких деталей, поэтому в разборном виде он очень компактный и удобный для транспортировки. В комплект входит сразу 4 точильных камня, каждый из которых закреплен на пластиковой подложке. Их можно достаточно быстро закрепить на направляющей и поочередно менять для достижения наилучшего результата.
Угол заточки каждый пользователь может выбрать самостоятельно, благодаря чему удается качественно заточить ножи разного назначения – толстые охотничьи, туристические или наиболее тонкие – филейные. Туристические часы с фонариком и компасом выручат вас не только во время ночного похода. Их потенциала вполне достаточно для того, чтобы послужить практически полноценной велосипедной фарой. Часы работают от встроенного литий-ионного аккумулятора, заряжаемого через USB. Фонарь при полностью заряженном аккумуляторе способен гореть от 160 до 800 минут в зависимости от выбранного вами режима. Материалы часов – пластик и резина. Водонепроницаемость около 500 метров, механический компас. Отличный подарок для человека, любящего велосипедные прогулки и активный отдых вдали от благ цивилизации. Расческа из прочного упругого пластика нестандартного размера предназначена для профессиональной стрижки и формирования бороды. Плоские края обеспечивают максимальное прилегание к коже, так что вы бреете как по линейке. Наличие такого трафарета исключает асимметрию и ошибки при обработке лица станком или опасной бритвой. Зубцы имеют уплощенную форму для легкого разделения спутанных волос. Расческа подходит как для густой русской бороды, так и для скромной эспаньолки. У меня есть такой трафарет, штука классная. Нож мультитул. В рукояти этого ножа спрятана выдвижная отвертка, даже не совсем она. Это битодержатель, угол которого можно зафиксировать на 90 или 180 градусов. Битодержатель намагничен, так что при ремонте сковородки вы не потеряете ни одного шурупа. Еще рукоять ножа в своих недрах скрывает биты, 4 штуки, 2 крестовых и 2 шлицевых. На рукоятке ножа на спинке есть углубление, оно сделано для головки битодержателя, но оно еще и служит открывалкой для бутылок. Нож невелик и легко помещается в кармане, к тому же очень легок. Очень удобная карманная бритва имеет сразу несколько характерных черт, которые делают ее идеальным кандидатом для дороги любой продолжительности. Она автономна, занимает минимум места в сумке и очень удобна в использовании, поскольку своим внешним видом и формой корпуса напоминает обычную зажигалку. Также эта бритва может быть использована в качестве триммера, для чего с ней в комплекте есть соответствующая насадка. Кроме этого, кожаный чехол на магните застежки добавляет изделию солидности, а его владельцу респектабельности. Эта штука может пригодиться в любой момент, это вечная спичка. Очень полезная, простая и надежная вещь, которая пользуется огромным спросом среди охотников, рыболовов и путешественников. Металлический корпус предотвратит искажение предмета и разлитие горючего из резервуара. Название «Вечная спичка» появилось из-за того, что этого комплекта хватает намного дольше, чем зажигалок или обычных спичек. Она не боится воды, так как если вы попадаете под дождь или уроните огниво в воду, фитиль остается невредимым, что значит, что вам только нужно остается протереть корпус огнива, и оно продолжит работу. Принцип работы очень прост. Внутри корпуса расположен резервуар, в котором находится спичка с ваткой. В резервуаре располагается горючая жидкость. При необходимости зажечь спичку, она извлекается и чиркается металлическим скребком об огниво, а появляющийся сноп искр поджигает ватку на конце спички. Полнопалые универсальные тактические перчатки. Отличный дизайн и материалы высокого качества и долговечность. В конструкции перчаток применены пластиковые вставки из карбона на костяшках. На запястье удобная застежка велкро. Дышащий материал и вентиляционные отверстия обеспечивают комфорт в любых погодных условиях. Такие перчатки подойдут как для профессионалов, так и для любителей. Изготовлены из комбинированных материалов, обеспечивающих надежную защиту ладони, пальцев и суставов, при этом не стесняющих движения. Перчатки могут использоваться для вождения, стрельбы, рукопашного боя в спортзале, на мотоцикле и как велоперчатки. Мужская сумка «Кобура» имеет минималистический, удобный эргономичный дизайн. Несмотря на свои компактные размеры, обладает супервместимостью. Она проста и удобна в повседневном использовании. В сумку-органайзер поместится все, что вам потребуется в повседневной жизни. Права, ключи, паспорт, телефон, кошелек, кредитные карты, планшет и другие гаджеты. Она изготовлена из водонепроницаемого, прочного и легкого материала. Она хорошо чистится и моется. Сумка является очень удобной, легкой и вместительной. Вместе с тем в ней присутствует множество различных полезных отделений. Карманы для телефонов, планшета, ключей, блокнота и документов. Одевается сумка через плечо. Балаклава на голову. Исключительно удобный вариант головного убора, решающий сразу несколько задач.
Балаклава защищает лицо от ветра и снега, песка и пыли, сохраняет тепло и в то же время является элементом камуфляжа, маскирующим охотника. Поэтому балаклаву носят многие. Она очень удобна туристам, охотникам, рыбакам, любителям велоспорта и страйкбола, всем ведущим активный образ жизни. А в холодную погоду балаклаву можно одеть вместо шапки, и ваше лицо будет в тепле. Изготовлена из прочного полиэстера эта маска. Чрезвычайно долговечна, не рвется и не истирается. Эластичная маска с плоскими швами плотно облегает голову, закрывает шею и плечи и исключает любое неудобство. Прикрывая большую часть лица, она в то же время позволяет владельцу свободно дышать, отводит пот и практически не намокает. Особый покрой маски позволяет носить ее как в качестве самостоятельной защиты для головы, так и под шлемом, каской или шапкой. Я нашел для вас несколько вариантов балаклав, от летних до зимних. Переходите и выбирайте для себя подходящие. Начнем мы сегодня вот с таких офигенных запонок с часовым механизмом, которые появились сравнительно недавно. Они представляют собой крепление для рукавов мужской сорочки с шестеренками из старых добрых механических часов. Движение шестеренок на запонках неизменно привлечет внимание. Владелец таких запонок создает впечатление делового человека, который ценит свое время и умеет рационально его использовать, не забывая о моде и стиле. Впрочем, этот симпатичный аксессуар подойдет не только серьезному бизнесмену, но и молодому человеку, студенту, желающему подчеркнуть свою индивидуальность и быть модным. Запонки станут прекрасным подарком любимому супругу, жениху, отцу, коллеге. Тактический рюкзак-фляга. Прекрасно подойдет для хранения и транспортировки воды, а также других безалкогольных напитков. На фляге присутствует клапан-загубник, оснащен системой запирания. Также ее можно прикрепить к большому рюкзаку с помощью колец, расположенным по бокам. Такая фляга надолго обеспечит вас питьевой водой. Она хорошо подходит для военных, спортсменов и туристов. Резервуар, клапан-загубник и питьевой шланг изготовлены из антибактерицидного материала. Ланчбокс с подогревом еды. Полезная вещь для людей, которые живут в быстром темпе. Если у вас не хватает времени даже на перекус, такая штука поможет быстро обеспечить небольшой обед, и вы останетесь сытыми всегда. Контейнер легко моется, так что вы можете приготовить его к дальнейшему использованию в любой момент, если найдете просто кран с водой. Просушить его можно простой тряпкой или губкой. А еще пластиковый контейнер можно использовать не только как емкость для хранения, но и как тарелку, которую очень легко мыть. Специальный нагревательный элемент в контейнере позволит вам подогреть любую пищу за 5-10 минут, так что ваше время будет сэкономлено. А это товар для любителей рыбалки. Сумка Кан для живца. Позволяет забыть о тех днях, когда на рыбалку приходилось ходить с ведрами. Большие и неудобные, они занимали много места, и их приходилось нести в руках. Теперь же Кан – это удобные и компактные, так как Кан складывается, и современное оборудование рыбака, которое он может унести с собой в любом грузе. Материал ПВХ позволяет сделать Кан очень легким. Широкие ручки помогут удобно переносить Кан, а плотно закрывающаяся на молнию крышка позволяет сохранить улов или же живца для рыбака. Сетчатое окошко в крышке Кана делает доступным приток кислорода, поэтому вы можете не беспокоиться о комфортном пребывании малька в резервуаре. Набор для ремонта гаджетов предназначен для ремонта и обслуживания компьютерной техники, мобильных телефонов и различных мелких устройств. С его помощью можно легко разобрать, открутить какие-либо мелкие детали оборудования, заменить их и заново собрать без труда и повреждений. Подходит для ремонта, замены изношенных деталей корпусов и LCD-экранов практически всех мобильных телефонов, в том числе и Apple. Набор имеет малый вес и компактный размер, что делает его удобным в использовании. Автомобильная зарядка с удлинителем. Это универсальная зарядка. У нее есть обратная совместимость со всеми версиями технологий Qualcomm Quick Charge, даже с версией 3.0. Это может сократить время зарядки на 50%. Подходит она как для зарядки мобильных телефонов, так и для зарядки планшетов. Несколько встроенных защит защищают ее от перегрузки потоку, перезарядки и перегрева для безопасной и быстрой зарядки. Такая зарядка подойдет идеально для семейных автомобильных поездок. Сушилка для обуви. Изобретение, о котором вы давно мечтали, уже существует. Оно прекрасно высушивает мокрые или плотные ботинки. Уже через 2-3 часа обувь полностью сухая. Можно ее надевать и отправляться дальше на поиски приключений. Такая вещь особенно понравится спортсменам, охотникам и рыбакам. На этот гаджет стоит обратить внимание и женщинам, которые ищут хороший подарок своему избраннику. Ведь лучшие презенты – те, что приносят пользу, удовольствие и не ударят по бюджету. А еще скоро осень, и этот гаджет будет очень актуальным.
Удобный поршень-насос для удаления засора в трубах с четырьмя адаптерами предназначен для прочистки раковин, ванн и унитазов. Работает на раковинах, туалетах и прочих сливах. Многоразовый, экологически чистый и простой в использовании. Моментально устраняет засоры из-за мощной струи воздуха. Так называемый гидравлический удар направляется непосредственно в трубу и прочищает засор. Пневмопистолет работает как ручной инструмент для текущей работы сантехника по прочистке засоров в сливах, канализационных трубах, трубах разводки систем водоснабжения и будет очень эффективным в домашних условиях. Чехол-накидка для авто. С его помощью вы можете за несколько минут изменить внешний вид салона авто и передать ему яркий и незабываемый внешний вид. Вам не потребуется посторонняя помощь. Накидка очень проста в установке. Они отлично сочетаются как с кожаной, так и с тканевой обивкой. Вы можете выбрать один из нескольких вариантов цветов, чтобы сделать внешний вид салона неповторимым. Салон, в котором есть накидки, дарит ощущение домашнего тепла и уюта. Их многослойная структура не пропускает воздух, что позволяет им оставаться теплым в сильные морозы и прохладными в летний зной. Многофункциональная портативная метеостанция предназначена для людей, ведущих активный образ жизни. Она имеет герметичный корпус, может эксплуатироваться в походно-полевом режиме и является погодной станцией с расширенными возможностями. Точные датчики данного устройства позволяют определять такие показатели, как стороны света, высота, температура, степень влажности и атмосферное давление. Наличие светодиода делает модель портативным резервным фонариком на аккумуляторе. Помимо этого, датчик способен сообщать время, дату и служить будильником. Его встроенная аккумуляторная батарея емкостью в 250 мАч позволяет работать в автономном режиме до 90 суток. Для зарядки АКБ достаточно 120 минут. Модель не только измеряет, но и записывает показатели, а также рассчитывает потерянные калории. Короткие ласты. Конечно, эти ласты вряд ли привлекут профессионала-дайвера, но для любителя короткие ласты просто спасение. Вы когда-нибудь пробовали пройтись по пляжу в ластах, а в этих можно? Да и ныряние, и далекие заплывы будут гораздо продуктивнее и интересней, нежели с босыми стопами, обожженными горячим песком или поцарапанной галькой. Ручной насос. Вы меня спросите, как в мужские товары затесался пылесос, а я скажу вам все просто. Эта модель пылесоса легко трансформируется в малогабаритный, позволяющий без особого труда очистить салон автомобиля. Так что все по чесноку, товар мужской. Он поможет вам содержать салон и багажник автомобиля в идеальной чистоте, представляя возможность производить уборку в автомобиле в любом месте и в любое время. Правда, работает пылесос от обычной розетки, так что уборку можно производить в гараже, либо же протянуть удлинитель. Мощность пылесоса 600 Вт, длина шнура 4 метра, объем пылесборника 1,2 литра. В общем, штука интересная. Таймер включения-отключения электроприборов – тоже очень важный девайс. Причем в его независимость верят даже женщины, а это дорогого стоит. Принцип работы простой. Вы выставляете время и день недели, когда и во сколько нужно выключить или включить определенные электроприборы в доме. И все. Больше никаких переживаний по поводу забытого греющегося утюга. Таймер все сделает за вас. Встроенный аккумулятор служит для бесперебойного хода часов. Полного заряда хватает на 60 дней. При подключении к сети аккумулятор заряжается. Реле очень просто настроить. Есть возможность принудительно включать-отключать нагрузку с помощью красной кнопки. Рюкзак King Song. Он примечателен удобным расположением отсеков, карманом и вместительностью. Материал очень добротный, с водоотталкивающей пропиткой. Есть здесь и очень удобная штука – специальный карман для пауэрбанка с разъемом для внешнего подключения гаджетов. Для зарядки нужно всего лишь подключить телефон или планшет через USB кабель. Рюкзак очень вместительный, его можно брать в длительные командировки. Он хорошо сидит на спине, отлично облегает плечи, не вызывает дискомфорт. Выглядит он универсально, подходит и к деловым костюмам, так и к спортивной одежде. Классные мужские наручные часы Breg. Отличный бренд. Часы красивые внешне и качественно собраны, довольно тяжелые. Реальный вид модели полностью соответствует картинкам на сайте. Ремешок матовый, резиновый, приятный на ощупь, достаточно длинный. На руке выглядит аккуратно, сидят комфортно. Стекло хорошее, замок добротный. Закрывается, открывается без нареканий. По дизайну очень необычные, создают такие часы впечатление дорогостоящих. Упаковка в виде фирменной коробочки выглядит солидно и презентабельно. Плюсом можно отметить наличие инструкций по эксплуатации на различных языках. И самое главное, что есть инструкция на русском.
Лаконичность аксессуара позволяет использовать модель Брэк для повседневной носки и сочетать его с любым стилем одежды. А вот и конкурс. Приз конкурса 200 рублей на счет мобильного телефона. Для участия в конкурсе нужно быть подписанным на мой канал, поставить лайк этому ролику и написать в комментариях, какая последняя покупка у вас была из любого китайского магазина. А если вы давно ничего не покупали, то напишите, какой товар вам понравился из сегодняшней подборки. Спасибо за просмотр видео, скоро увидимся. Всем пока!